вас хватает совести, вы свою камеру уберите. И вон отсюда убирайтесь. Тут будет еще заявление делать там. Ей там убили Литвиненко, вот может быть как-то подумать. Вы убили миллионы наших граждан. Это вы провоцировали конфликт в Чечне. И Кавказ до сих пор дымит. Это ваш Березовский дает деньги и русских убивает в Ингушетии каждую неделю. И вы его держите у себя там. Прикрываете. Вы соучастники. Вы такие же бандиты и уголовники. Все ваше правительство вместе с вашей королевой. Поэтому еще раз услышу вас, я выкину вас из Москвы. Мерзавцы и негодяи, авантюристы. Пожалуйста, дальше.